Чао-чао-чао. Вы находитесь на канале Pizza Games, и мы продолжаем развитие своей колонии в игре под названием Rimworld. Ну что ж, значит, в прошлой серии мы потеряли двух колонистов. Профукали их как только могли. В этой серии я все-таки думаю, надо нам исправляться. Последнего, третьего колониста мы с горем пополам спасли. Ну как спасли, она сама спаслась, да? По большей части, без нашей помощи. И вот теперь нам нужно как-то нужно все выровнять. Первая проблема, которая у нас есть, это проблема с едой. Сейчас посмотрим по нуждам. То есть это более-менее сытый, этот сытый. Это вообще полностью сыты. Получается только у нас... Угу. Опять же, Ила, да? Я говорил, что я их переименую. Надо, значит, переименовывать. Переименовать. Ила. Ты у нас кто? Так, она у нас повар-строитель, да? Повар. Пусть будет так. Давай лучше так. Ванька. У нас же деревушка. Значит, Ванька у нас. Дурачок. Везунчика. Ванька-то у нас везунчик. Счастливчик, скажем так. Да? Удачливый, шо пиздец. Кошка, значит. Да ты у нас тоже, по идее, повар. Да, вот хорошо, что я его поваром не назвал. Кошка-то у нас тоже повар. Ну-ка, давай переименуем. Да? У нас Петька будет. Ванька, Петька, все дела. Так. А ты у нас то животновод ремесленник, да? Митька. Ох, Митяй. Ну все, Ванька, Петька, Митька. Все дела. Все. Пусть работают. Так. Но. Прежде чем они начнут работать, мы пойдем сейчас. Так. Соберем, значит, все ягодки, которые только видим. Все, ты давай сюда собирать. Так, кто тут рядом есть? Петька вижу рядом, да? Петька. Собирай куст, а потом второй. А, ну это уже далековато будет. Ладно, два только собирай. Так, Митька. Митька, Митька, Митька. Оп, смотри, сколько тут. Ну-ка, Митька, иди давай. Собрать. 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 Все. И вот эти тоже потом собрать отправим, да? Пусть они ягоды собирают. Нехер лафу гонять. Они сейчас с утра встанут голодные, как не знаю кто. Надо исправляться. А если они еще еду приготовят со всего, что соберут? Так, ну-ка, Печка, ты что делаешь? Казуар мертвый. Петька. Иди разделай его. Ты ягодки собрал, бросил там, да? Где попало. Часть, наверное, съел. Засрантус. Погоди, а Митька там все собрал, что ли? Да, вот они. 14 ягод валяется. 16 мяса еще есть. Так, кстати, вот ягоды. Ну-ка, ягоды. Сколько питательности они дают? 0,05. Ёптач. И это получается одна питательность на один пимикан. Это сколько нужно ягод?
10 ягод это только 0,5. 20 ягод надо. Охренеть можно. 20 ягодок. Жесть. Картофель на 93%, кстати, вырос. По идее, уже можно будет даже собирать их, да? Ну-ка, ягод. Не, ну у них у всех такая питательность, да? Теперь мне интересно посмотреть на рис. Все-таки, кстати, дымолист начали сажать. Тоже дымолист пусть растет, да? Так как у нас здесь еще нельзя, давай-ка рис посадят пусть. Да? Кукурузу пусть посадят, тоже большую плантацию. Ну-ка, давай. Области посадки. Вот так вот бахнем. Вот здесь кукурузу пусть садят. Кукуруза вообще тема. Созревает, конечно, очень-очень долго, но зато дает урожай просто бешеное количество. Да, вот я сейчас урожай насобираю, мне картошку складывать-то особо некуда. У меня еще отстрелочный не готов. Ну, Ванька ягодки принес, поел, молодец. А, смотри, пошел складывать, сейчас готовить будет даже. Там не собралась охотиться, чума? Пока нет. Петька что там у нас спит? Митька тоже спит. Устали, бедненький. Пусть отдыхает. Эти вон тоже устали. Отдыхают. Зеленый с белым. Ну, а, кстати, у них даже один... Вот ты смотри-ка, Петька. А у него откуда-то, кстати, был даже этот... Еда-то, а? Видишь, какой хитрожопый. А, кстати, а кто у нас? Митька, да, у нас? Ремесленник, да. Надо, по идее, уже, наверное, ставить что-то, да? Вот я, наверное, зря вот это вот... Большие такие... Ой, ладно, затворничество, затворничество. Большие такие, наверное, поставил, да? Надо было маленькие, наверное, поналепить. Давай, мы вот это удалим. Вот это. Давай-ка уменьшим. Ну так, здесь пусть рис сажаю. Посадки, значит. Давай вот так сделаем. Так сделаем. Сейчас мы. Угу. Сюда, значит. Давай-ка. Что мы посадим? Клубнику. Да пусть будет. Потом подрастут, сделают. И расширим, значит, сразу. Угу. Так, сюда, значит, какой картофель? Давай кукурузку. Давай кукурузку посадим. Расширим область сразу. Вот так вот и сюда еще расширим, да? Сюда, значит. Не кукурузку. Что мы посадим? Клубника есть, картофель есть. Опа, жара пошла, да? Сейчас у нас растения сохнуть начнут. Что ж ты зараза такая? Лечебный корень рано нам еще. Рис, да, рис я не сажал. Три, значит. А рис там у нас крайняя вон та. Значит, не рис. Что у нас еще есть? Я все хочу, чтобы этот был. Хлопчатник, вот он. Что? Так, ну давай расширим область. Давай, вот так сделаем. Здесь хлопчатник пусть выращивается. А здесь рис. Все нормально. А здесь дымолист. Все, пусть приступают. Так. Закрыть. А у нас внутри сколько градусов? Так, внутри 30 градусов. Снаружи 34. Плохи у нас дела. Нам кондиционер нужен, да?
Проекты, температура, испарительный аппарат. Давай так поставим пока. Ванька-то что у нас там? О, достраивает, почти достроил уже. А? Смотри, молодец какой. Сейчас покушает и вообще замечательно будет. Да, три еды у нас есть. Прервемся на минуточку. Эх, ну что ж, продолжаем. Значит, на чем мы остановились? Так. Клан Скунса, значит, контролирует у нас лагерь недалеко от нас, да? Воевать нам, конечно, еще не с руки. Это вот мы, а вот клан Скунса, да? Золотодобывающий. Что тут у нас, Митька? Что с тобой случилось? Отворничество. Потеря крови слабая, ну все, он... А, он, у него уже все нормально, смотрите, 100%. Да, умер поселенец. Ладно, скоро они перестанут скорбить. Так, здесь что у нас, 2 дня? Ритуал надо начать, да? Так, а давай-ка мы им похороны тогда сделаем, да? Оратор Петька, Ванька, нет, погоди-ка. А кто из них сам крупный оратор? Нет, это по персонам, да, общение. Петька, вот Петька и будет. Сейчас Митька как придет в себя, пойдем похороны быстренько сделаем. И еще раз прервемся. Так, снова продолжаем. Значит, как проснуться, как Митька придет в себя, нужно сразу ритуал похорон сделать, да, чтобы у них баф небольшой был вместо дебафа. И опять у нас проблемка, еды у нас опять нету. Да, но есть также и положительные стороны. Картофель у нас созрел. Значит, так, повар у нас Ванька главный. Так, давай сделаем вот так, на надзор. Строитель тоже на троечку, он же достроили, да, достроили отстрелочный пункт, это хорошо. И получается тогда садовод и фермер. Петька пусть будет, да? Пусть тоже собирают. Все, пошел день у нас, значит. Митька пойдет у нас, значит, собирать сейчас. Иди собирай, все, хватит спать. Вчера лодерничал, да? Все, замечательно. Сейчас начнет собирать. Как раз эти проснутся, но он тут уже насобирает им урожайчик. Вон сколько можно собирать уже, да? Вот, то, что заберут, как раз хватит некоторое время на приготовление еды. Это ж классно. Все, Ванька все почистил. А, это Петька у нас. Собирать пошел, да? Так, давай-ка, знаешь, что, ни хрена. Вот так сделаем. То мне кажется, сейчас он понагадит только. Все, иди, ешь, готовь. А, да ты что, дерева что ли нет? Срубить? Митька, ну иди сруби дерево, а? Дерево не надо, срочно. Срочно дерево нужно. Потом, что хочешь дальше? Блять, там дерево было, оказывается. Ты ёб... Юксель-моксель, а не посмотрел сразу. Все, начали готовить, сейчас они немножечко приготовят, значит, да? Митька, а ты как вообще?
Ну, в принципе, отдыха у него чуть-чуть есть. Ну, пусть сейчас, думаю, он сам сходит отдохнет, да? Все, да, пошел досыпать. Нормально. Там еще ягодок чуть-чуть осталось. По строительству я вроде больше ничего им не заказывал. Ну, а, испаритель единственное, да, заказывал. Гумолоп, блядь. Одна. Смотри, молоко купит. Это хорошо. Забить, по идее, она взорвется, да? Но так она сбежит. А у нее нет ни в загоне, да? Надпись. А, да, не в загоне отмечено, значит сбежит скоро. Пусть сбегает, но бы ее. Все, окей, у нас 4, 5 еды есть. Ну, сразу 4, правильно, пожарил, съел. Все верно. Ух ты, а где мы серебро надыбали? Это, видимо, сразу было, да? Смотри, носороги бегают. Здесь еще даже ничего не сажали. Ну, Митька спит-то, отсыпается. Митька, все, хорош, иди собирай давай урожай. Надо спать. Он уже, в принципе, отоспался, а то скоро ночью, он потом ночью работать будет, дебаф будет получать. Все, пусть собирает лучше урожай. С пищей, в общем, мы теперь решим вопрос, получается, да, таким образом. Единственное, что я думаю... Так это уменьшить до 10. Давай до 15 максимум сделаем. Просто оно будет портиться у нас постоянно. Чтобы мы просто так не теряли еду. Сейчас картофеля будет просто километр. А картофель портится у нас в течение 30 дней. Так, ну, думаю, пока мисс 15 оставим, пусть лучше портится, но будет про запас. И нужно, значит, делать задание. Так, детали. Нужно делать... вот так сделаем. И вот здесь вот так сделаем. Правильно? Правильно. Теперь получается, чтобы... Блять, не то сделал. Так, мясо запретить. Мясо, мясо надо запретить. Здесь все правильно, здесь мясо запретить, а растения разрешить. Все. А так получается, чтобы они делали только из растений простые блюда, а мясо на него не тратили. Мясо пускали только на пимикан. Сейчас у нас, скорее всего, будет ягод уже нормально, так, да? Сейчас он соберу. Там уже прям нормально пошел картофель в рост. Хорош. Поэтому пусть таскают, собирают. Жарят, парят, варят. Сейчас до 15 доготовят, начнут складывать. И нам нужно будет охоту начинать, да, как-то. А что с тобой? Куда пошел? Не. Давай сделаем вот так. Не, все равно он пошел. Лечить ее зачем-то. Так, ну-ка, работа. Это у нас кто пошел? Печка, да? Не, Ванька пошел. Значит, Ваньку животноводом давай сделаем.
Вань. Отпусти, давай, иди отпусти просто и все. С ней вот тут осталось только еще париться сейчас. Что у нее там? Астма, ёптать. Она еще и больная вся. Сохранением все подвисло. Так, теперь у меня там никто не хватает, хоть тепловые удары не, вроде нет, не нормуль, все отпустил, все молодец, вернулась в дикую природу, это хорошо. На чем полночь провозился, чтобы ее отнести, отвести, отпустить, да? Ну вот, возвращаемся. Так, ну с едой теперь у нас проблема временно решена. Временно, потому что простой еды много не заготовишь. Кстати, что у нас по температуре внутри 28, снаружи 39. Ну, нормально, испарители, кстати, работают. Это всего 3 испарителя. Ну вот. Это хорошо. Петька у нас ученый же еще, да? Где персоны? Да, ученый. Ученый у него на двоечку стоит. Давай-ка на однерочку поставим. Пусть он все-таки изучит нам. Да. Мебель-то хотя бы. 450, думаю, не так. Долго, сложно для него будет и долго. Пусть сделает. А то без мебели... Дом так себе смотрится. А Ванька у нас повар. И второстепенно строитель. Митька пусть ходит, собирает. Животновод нет. Вообще на троечку поставить. Ну так. Такс. Значит, Митька. Фермер-шахтер, и если нечего сажать либо собирать, пусть таскает. Бога каждый будет делать по куче дел, конечно же. На такой огромной карте наша плантация только начинается. Но, что хочу сказать, это какой день у нас? 12-й. 13-й день, да, получается, пошел. Или 14-й уже пошел, 13-й закончился. За 13 дней, то есть у нас еще не было ни одного нападения. И не к добру мне это кажется. Рэнди случай, это, конечно, хорошо. Что-то мне подсказывает. Что скоро будет попа твориться у нас. Хотя вот, кстати, я бы все-таки кого-нибудь... Петька, да, Ванька у нас что? Повар-строитель? И носильщик давай сделаем. Пусть таскает тоже. Ты же засранец. Петька пусть изучает. Нормальная технология? Нормально, потихонечку изучится. Так, ну и прервемся еще на минуточку. Так, продолжаем. Значит, опять нас отвлекли. Так, исследование, значит, идет тихим-тихим ходом. Ванька сейчас нам еды, значит, доготовит. Ух ты, ничего себе, там Митька у нас насобирал уже. Да, чем он занимается? Развлекается, он там колечки бросает, да, камушки. Доволен. Спокоен. У этого стресс. А что тебе надо? Ритуал, окей, недомогание. Ну, если недомогание. А, у него еще болезнь до сих пор. Угу. Так, плохо спал. Спал на земле, спал на жаре. Легкая боль. Но это, думаю, скоро у нас уже попроходит. Да?
помещение, ему нравится. Красивая спальня. Но на спальню, думаю, главное сделать, получается, получше. То есть, если у нас впечатление будет отлично там или замечательно, то есть там уже у них будет не дебаф, а баф эти. Вот. Поэтому надо будет. Так, у нас уже света нету. Интересно. Ну да, получается, на свет 51% стал, да? И плюс еще не идеальная температура. Ёптать, снаружи 51 градус Цельсия. Хренеть можно. Внутри 32 всего лишь. А, тепловой удар, смотри, Митька уже поймал, да? 20% нахватал. Ты знаешь что? Перенеси картофель, задрал. Ванька, ты что делаешь? Зараз полы он выравнивает. Ягоды тот твой картофель, тот таскать будет. Митька, перенеси картофель, а? Будь другом. Не, давай сначала перенесешь, пока оно еще боль-моль свежая. Митька, перенеси картофель, будь другом. Ванька, что спать пошел? Ну-ка иди картофель перенеси. Достали, а? Видишь, всем подсказывать надо. Митька, иди перенеси картофель. Ну, захватишь весь? Давай те 4 тоже уже сразу. Интересно, он захватит вот эти 50? Во, вот так захватил. Молодец, так бы сразу. Вот 300 картофеля есть. Это хорошо. Все, с деревом, думаю, сейчас он сажать будет грядки. Там вот дерево по чуть-чуть есть. Нашкребут. Нашкребут, нормально будет. Скоро их нужно будет одевать, наверное, да? Вещи-то у них у всех туники простые. Надо хотя бы что-то одевать будет. И вообще, нужно думать уже про склад отдельный. Про отдельный склад, где можно, получается, поставить что-нибудь. По энергии, значит, ни хрена у нас нету, да? Это нужно будет технология выходить, я так понимаю, в электричество, да? Электричество. Ну, это у нас провода. Видите, генератор на дровах. В любом случае, а, вот он, генератор на дровах, да, электричество нужно открывать. 3200 аж на изучение, жесть. И потом еще на кондиционеры еще 1000. Понятненько. А, он изучает еще, да? Я уж думал, изучил, нифига себе обрадовался. Но нет, только 110. Но еще дня 3, я думаю, изучится до конца. Пусть сейчас на изучение и сидит основное время. Пока он будет все изучать это, как раз у нас ребятушки все засеют, все посадят. Немножечко, возможно, выведем на поток сбор урожая. Ну, даже рис еще не сажали, да? Да. Митька спит. Митька спокоен. Петька спокоен.
Все замечательно у нас пока весь. По идее, у нас всего хватает. Развлечения у них какие-то есть, что не может не радовать. Пусть получается. Сейчас здесь выращивать будут, деревьев нарубят, и нормально все будет. Пока у нас никаких проблем нет. Вроде как. Да? Картофель созревает. У картофеля срок годности там 30 дней, 29 еще даже. Я думаю, картофель пусть так и валяется. Потихонечку они его в еду могут переделывать. И вот здесь, я думаю, все-таки сбавить обороты до 9, да? Ну так, сделаем до 9. Все, 9 есть, чтобы не готовили больше. А то, мне кажется, 3 дня портится, да? 2,8. Пусть лучше так будет. Как раз у нас Ванька пол весь выровняет. Уже покрасивше станет дома. Это сейчас мебель изучит, кроватки им поставим. Тоже будет шикарненько. Краса, что у нас у Ваньки по строительству? Шестерочка. У Петьки тоже шестерочка, да? Да, за счет выравнивания он нормально прокачивает, кстати. А у Митьки что там у нас по растеневодству? Пятерочка тоже. Потихонечку качается тоже. У этих вообще по растеневодству плохо, конечно. Но они так и будут. Петька, скорее всего, будет у нас на изучениях сидеть. Ванька у нас будет строитель с кулинарией. Как и Петька с кулинарией. Ну вот. Похороны ожидаются. Давай проведем похороны. Петька, значит, ну-ка давай. Начать. Начать. Все, ритуал похороны пошел. Да. Золотые были ребятки. Очень жаль, что так рано они покинули это поселение. И все в таком духе по-любому говорят. Так, похороны ужасно. Давай и белого сразу похороним. Блять, минус 3, да? Минус 3, сосранцы. Ладно, пусть второго сразу похоронят. Так у них дебаф не будет. Кстати, смотри, они друзья, да, какие у нас. А белого нету-то у нас. А, не, Митька, Ванька, да, все верно. Ванька, что с чьей-то херово-то стало, а? Недоедание у него, блядь. Поесть ему надо. Да побыстрее бы. Да, у него еще здоровье не откатилось до конца. Сейчас пойдешь покушаешь. Чуть-чуть осталось, все. Уныло. Минус один. Ну хотя бы минус один только. Уже хорошо. Главное, что у нас теперь вот это все скатилось. Ванька сейчас покушает, думаю, у него полегче все станет. Ну-ка. Да, пошло расти обратно. Замечательно. Сейчас еще поспит и вообще будет замечательно у них все. Риск легкого нервного срыва уже. Так, у охотника
дальнего боя. Мечка, значит, у нас, да? Мечка. Возьми лук. Пусть будет. Кстати, у печки. А у остальных нету, да? Мало лекарств. Ну, медикаменты, да. Медикаменты, да. Пока у нас вроде больше ничего такого не происходит. Или баиньки. По технологии наполовину уже изучили. Молодцы. А это замечательно. Так, ну у нас есть картофель. По идее, я бы мяско бы где-нибудь намутить бы, да? Опять же, кто из них охотник самый лучший будет? Ну, по идее, либо Петька, либо Ванька. Ой, Митька, либо Ванька. Но у этого уже лук есть. Ладно, пусть пока не занимается. Чем занимаются, как картофель к сроку годности будет подходить, тогда сразу начнем мясо таскать и пусть переготавливаю. Итак, у нас прошло уже 15 дней. У нас не было ни одного гостя, ни одного каравана и ни одного нападения. Да, мне еще интересно, сколько у нас, как это называется, стоимость-то нашего богатства всего, желтая прям, да, отмечена. Как было у нас на первый день 14, сейчас 16, на 2000 всего поднялось. Вот и хорошо, богатство лучше не поднимать слишком быстро, пока мы не готовы к нападению. Чем выше богатство в этой игре, тем сильнее враги будут на тебя агриться, но нападать. Ну зачем нам слишком сильные враги, когда у нас слабенькое поселение еще, правильно же? Поэтому не будем особо сильно торопиться к богатству. Вот эту кожу, по идее, лишнюю тоже бы попродавать. Но прежде чем ее продавать, нам бы сначала ткань хотя бы вырастить, да? Все, Петька там пошел картофель засаживать. Петька изучать пойдет, Ванька. Ну-ка, нужны. Ладно, он пойдет кушать, как проснется. Кушать еще есть. Сейчас покушает. О, он покушал же, да? Да. Наелся. Молодец. Все, и вот так сделаем. А, я не через shift нажал, да? Слон прибивается к поселению. Слон, это хорошо. Вот здесь у меня дилемма. Вот здесь действительно дилемма. Поставить ли для слона сколько он потребляет, кстати, еды. Движения нет, уровень загрязнения нет. Это куча мяса просто, да? Я думаю, слона нужно в стойло ставить. Да, значит, проект и постройка. Ограда. Из какой стали? Из дерева надо. Давай сделаем вот так. Вот так. И вот так. И, соответственно, ворота тоже из дерева.
Бахнем здесь и здесь. Все, вот он сейчас там будет срубливать и как раз строить на эти же, на это же дерево, которое он срубил. Там 6. Ну, немного у нас дерева, конечно, да? Так. Вот это давай срубим. Это не будем рубить. Вот это срубим. Вот это срубим. И вот это срубим. Так. Давай, 3 дерева собери нам, пожалуйста. Это у нас с деревом беда совсем. Медики просто это быстрее получится, так как у него фермерство там раскачано. Вроде как они быстрее рубят. Да. Награду нужно срочно поставить быстро. А если мы еще слона купим, у нас то самец, девочку, то вообще будет шикарно. Переручать, конечно, я не хочу сейчас слона. Шнуб ее нафиг. Да ты куда понес? А, он на охладитель, смотри, пошел собрать. Так, ну так Митька нарубит пусть. Так, а ты давай тоже шуруй, достраивай ограду. То у нас слон скоро сбежит, блин. Надо делать. И еще проект. Нам нужна не колонна. Разная, наверное, да, табличка. Где она у нас? Производство? Нет. Святилище? Нет. Реквари? Нет. Могила? Нет, 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 нет. Так. Разная? Нет. Области? Нет. Приказы? Нет. Постройка, может? Так. Я даже не знаю сейчас, как это делается. Табличка для загона. А, вот, что я им сразу не поставил. Тушить давайте. Е. Вот, блин, а два забора уже сломали. Так, окей, построить копию. Так, ну дерево немножко есть. Одна ограда у нас, одна древесина. Ну, подавай-ка, возьми-ка дерево. Раскидай-ка. Все, и спать пошел, да? Не. Давай, иди строй. Так, все, надо приказывать, смотри. Mm-hmm.
я не то нажимаю, да? Так, очищаем назначенные действия, окей. Слон у нас пока спит нормально. Надеюсь, на следующий день он все-таки достроит это все. Тогда мы Ваньке сейчас поставим повара на 2. Ладно, повара на 1. Еда тоже должна быть. Значит, еда будет, загон будет, все будет, но не сразу. Нужно чуть-чуть подождать. Да, и у нас грязь от животных пошла по дому, что не очень хорошо. А еще я у Ваньки везде однерок нахерачил. Давай вот так 2-2 сделаем. И насечек тоже 2. Оп-оп-оп, а что за подвисание? Угу, нормально. Задание, значит, вышло. Так, что за задание? Значит, вождь Традо, лидер фракции Помага, просит об одолжении. Ее подруга интересуется изучением других культур. Традо хочет, чтобы вы приняли ее у себя в деревушке на 21 день. Не будет работать, но ценит комфортные условия проживания. Ага, выше 50%. Ты у нас что за персона такая? А ты смотри, а растениевод какой мой хороший. На 21 день тут держать в хорошем состоянии, в среднем выше 50. Три или 8 дней у меня есть на выбор, да? Давай подумаем. Подумаем и решим позже. Так, эти засранцы отсыпаются, пока еще у нас. Я боюсь, как бы этот не начал у нас. А! В смысле, я не понял, слону не нужно. Погоди-ка. А он чем питается? Угу. Так. Навьючное животное, да, дикость. За оградой нет. А что он кушает? Овощи, фрукты, живые растения, блюда, обработанная пища, спиртное, комбикорм. Да ты охренел, не забить сразу на мясо его. Кто у нас там живет на вот? Он у меня всю еду похавает так. Так. Перейти к месту. Персона. Ну, неплохо, неплохо. Врач тоже нам, по идее, не помешает, врач. Так, здоровье у нее. Блять, он через 4 часа умрет. Медицина 5. Так, лечить. 4 часа. Где у нас Митька? Она далеко. Ёпта, через всю карту херачит. Да он туда идти будет только, наверное, часа 2. Ну, посмотрим. Успеет, нет? Смотри, ползет. Ей там 3 часа осталось. Пока дойдет, 2 останется. И если за 2 часа успеет ее вылечить, то будет замечательно. У нее пока меч потери крови лишь средняя.
все, начал лечить. Потеря крови у нее уже большая. Ага. Нормально так он сразу. Хорошенько подлечил. А, ну у него, да, у него три травки с собой. Все замечательно. Давай, спасти. А нельзя ему приказать взять. Ладно. Пусть тащит, потом заберут как-нибудь. Отсюда простое блюдо, хотя мне кажется, его проще запретить пользоваться. Ну что ж, пока у нас... Да кто у нас живет на вот? Ванька, Петька может, но лучше Митька. И Митька сейчас у нас спасает там, да? А потом забить слона, значит, сразу. И вот как только они забьют слона, можно будет готовить пимикан. У нас еще 378 есть. Картофель, кстати, картофель не посмотрел, сколько у него питательность. Также 0,05. Это получается на один пимикан 20 картофеля. Жесть. Но едят они же не по одному пимикану, да? Угу. Все, Ванька наготовил, пошел строительством заниматься, да? Угу. Убирает кровь. Хорошо, хорошо, хорошо. Все, разделывает слона. Замечательно. Все, и теперь, думаю, он будет пимикан сейчас готовить у нас. О, нам еще и бивень выпал. Бивень можно продать, наверное, да? По 80 баксов. Причем у меня два бивня выпало. Класс. Слоновья кожа 23. Всяких тут еще у нас понападало. Все, да, он уже начинает делать пимикан по 4 штучки. Да, 20 мяса, 20 этих, получается 4 пимикана. Теперь, сколько питательности? Питательность 0,90 у пимикана. Сейчас сделает, посмотрим. О, уныние Митьки. В смысле, ему Ванька отказал? У меня что, тут колония педерастов получается? Ты что, совсем что ли ебабо? Да, точно. Твою дивизию, мать. Блять, мне срочно нужны бабы в колонию. А то это ж не дело. Вот Ванька. Ванька. Ванька, Ванька, трудолюбивый подземник. Ну вот, к Петьке надо было подкатывать, а у него жена ненависть. А у тебя бисексуальность. Нормально, вот, замечательная пара. С отцом, ну-ка. К Митьке как они? А, так себе, да? Митька у нас к Ваньке пыш.
Так, Ямика. А, погоди-ка, так он не... 15.005, то есть 20 пимикана. Как... Не 20, да, там учится 18 пимикана, как одно простое блюдо. Как-то так. То есть здесь получается... Ну, примерно так, да, единственное, что оно не портится, но будет занимать кучу места. Да пусть делается, в принципе. Хрен бы на него. Что там у нас? Кто-то в ловушку попал. Да, точно, смотри-ка. Морская свинка. Ну-ка, Ванька. Иди сразу разделай, пока она не пропала, подождем, портится быстро. А, тут и ягодки тоже пропадают. Ну-ка, печка, иди переноси картофель давай. Я этот балбес понасобирал и бросил. Давай так сделаем. Все, класс. Ванька вернется, Петька вернется. Но хотя бы часть картофеля они спасут таким образом. Уже хорошо. Да и Митьке похер. Он своими делами занят. Ну все, теперь главное, чтобы Ванька все это переплавил, потому что мясо быстро портится. Я по идее еще один костер бы даже поставил, наверное. Вот так. Давай, и костер потом сделай сразу. Костерок сделает, получается там сразу то же самое, те же самые задания. А можно скопировать настройки? Нет, нельзя. Тогда давай-ка делать бесконечный пимикан на все мясо, чтобы они мутили. Добавить задание, значит, пимикан x4. Бесконечно. Добавить задание. Готовить простое блюдо, детали без растений. И повторять до 10. Окей, закрыть. Задание. Сделать простое блюдо. С повторением до 10. Детали. Опять я не то нажал там, да? Я там то опять запретил растения. А надо запретить мясо. Все, замечательно. Теперь у нас два костра. Значит, печки нам тоже нужно поставить повара на единичку. Вот так сделаем. Пусть сначала переготовят весь пимикан, а потом занимаются дальше своими делами. Вот, как-то так. Ну, а у нас вроде как все нормализовалось. Даже потихонечку тут что-то засеивается кругом. Что это у нас? Клубник посадили. Картофель частично собрали. Дымолист у нас частично уже подрос. Что тоже не может не радовать. Вот. Как-то так. Гости у нас. Это далеко, да? А, но они в нашу сторону идут. А! Присоединилась.
Чума. Погоди, у нее же не лучше. Общение 7, да, но у нее сейчас и ранение, и стресс. Пусть лучше отдыхает. Петька пусть поговорит. Сейчас поторгуемся. Может, что купить можно у них? Так, что мы купить можем? Не, погоди, мы продать можем. Да, это продать мы можем. Короткий лук и пилом только, они больше ничего не покупают. Так, чё ж прыжковые ранцы не нужны. Штаны не нужно нам. Медикаменты 2. Я, по идее, купил бы. Не, компоненты пока нет. Сухпайок нам тоже не нужен. Давай вот так. Так, и сразу перенеси медикаменты. Простое блюдо здесь бросил. Так, ну что ж, у нас новый поселенец. Сейчас она подлечится, и думаю, будет нормально, да? Женщина у нас. Женщина в поселении появилась. Вот оно что. Ну что? Ну-ка. Персона, значит. Кстати, она у нас повар, да? Аннушка. Все, вот так вот. Ванька, Печка, Мичка, Аннушка. Не. Не Аннушка. Анютка. Пусть удвоенная N будет. Анютка. Да не, звучит так себе, да? Одно N надо убрать. Вот так, Анютка. Замечательно. Маленькая деревушка у нас. Ванька, Петька, Митька и Анютка. Замечательно. Живем, живем. Так. Это закрываем, это мы прочитали. Так, риск нервного у нас у Анютки. Ну да, она сейчас болеет, поэтому, в принципе, от нее ничего другого и не ожидается. В общем, за эту серию мы нормализовали все. Все подправили. Начали производство пимикана. Заготовку еды, получается, на будущее. Вот. И получили еще одного поселенца. Плюс что-то собрали, что-то посадили. То есть пока у нас все замечательно. И на этом, я думаю, мы будем заканчивать. С вами, как всегда, был Призрак Геймс. Спасибо вам огромное за ваши лайки, комментарии, подписочки и за ваши самые лучшие просмотры. И до скорой встречи. Чао.